Хочу поблагодарить за поддержку Виталия Юрьевича. В пятницу поддержал наш канал. Спасибо тебе, братишка, большое от души. Рад, что ты смотришь. Приятного просмотра. Всем здорово, ребят. Решил записать убийство Тератан Матриарха, ну либо наше убийство, потому что в прошлый раз пробовал здесь записать, короче, не дали, в общем, записать. Попробуем еще раз. Тут вот надо почистить. Взял с собой специально вот такую вот сраную пичу, 10-ю майт в гриттере, чтобы вот этих вот убивать варьеров. Берт 5-й, не сильвовый, потому что здесь нежити нет. И пича. А, не взял, да, пичу, блин, а где это она? Блин, вот опять лоханулся, сейчас полечу за пичей. Ну или сначала почистим, а потом слетаю. Вроде бы собрался, вроде все взял. Не бывает, ладно. Недельник, день тяжелый, как говорится. Работы много было сегодня. До обеда, после обеда. Почти ничего не делали. У нас частенько так бывает. Если повезет, вот с этих питонов можно кристаллик красный, ну или арморный хотя бы выбить, пока чистим. Или карту третьего левела. А нет, вот есть же пичеванку с собой, что я не забиндил. Ладно, сейчас этого добьем и забиндим. Пичеванка обычная в дедле. В пятницу просрал зонерку, ребята поймали нас в диспайсе. Я еще был прилично выпивший, даже я бы сказал, что пьян. В своем же ранчо не смог это отгородиться дверями. Ну ладно, пускай парни порадуются. Ну там у Али у 10 избитая было квалити, пича 5 нормальная вроде была, новая. Ну, утопия новая была. Ну я в ней столько ГП и всего назонарил, что вообще пофигу, что меня я просрал. Очень долго зонарил в этом прикиде. Поэтому будем считать, что он себя изжил. Окупил себя несколько раз. Вот. Мы вообще-то с Джекой как не пойдем в зону, так это. Нам люлей выписывают. Так, надо заменить. Еще. Так вот. О. Так, вот этих писюнов затамим. Стоят тут, отвлекают. Вот этого и вот этого. По правде говоря, мы еще там записали Джека и Дрейка убивали, и Орка, и Топогра. Вот. Но там какая-то хрень со звуком. Почему-то меня нормально слышно, а ребят эхом, короче, слышно. Я вот одно видео по топ-элементу, где его один еще убивал, выложил. Ну, хоть там и тоже звук сраный. Ну, там у Фирса музыка играла. Я думал, что может быть из-за этого.
Ну, выложил, остальные вообще все удалил, короче. Корзину тоже почистил сейчас. С психу. Буду заново, значит, записывать. Возможно, и Лема потом перепишу в нормальном звуке. Посмотрим. Подотектим на всякий случай, мало ли что. Нормально Берт так машет. Перед этим долгое время с алебардой зонарил. Сейчас надо будет опять перенастраиваться, привыкать к Берду. Я думаю, много времени это не займет. Думал взять лопух 20-й ванг. Я люблю с лопухами зонарить. Но... подумал, что по крайней мере для видео будет понятнее и удобнее для зрителей. Ну, что-нибудь стандартное в виде Берда. Тем более 5-го ванка. Самый распространенный. Простой, да 5-й ванг. Самое то зонить по обычным монстрам. По не нежити. В общем, как раз матриархи, там квин. Ну, квин бы я бы не рисковал одному в таком прикиде зонарить. Потому что все-таки это чревато. Надеюсь, что здесь нас не поймают. Сегодня успеем мы с вами записать видео. Убить этого матриарха. Вроде бы все же, нет? Да, все. 4 варвара. Она очень быстро здесь бегает из-за кривого рельефа. Вот, уже первый блинком. Ну ладно. Зато с первой сечки затравили. Подбегаем, ударяем и на тапок нажимаем. Прям вообще до того. Потому что она кастит эти землетрясения, вортексов вызывает, там чайн лайтинг бросает, ну десы лютые еще у нее, вот что. Вот эту хрень кидает петарду под задницу. Вот. Уже 1/10, наверное. Выбили, 88 гп лишним не будет. Так, отбегаем, что-то кастит, паскуда. Кидаем блэс обязательно. Опять что-то кастит, отбегаем за экран. Ждем и набегаем. Еще раза три попробуем ударить, потом будем травить. Раз мисс, два всечка. Что-то кастило. Три. Берем опять пичу, пьем стаму. Немножко детектим на всякий случай. Пару раз. Бежали, убежали. Опять она что-то пытается там кастовать. Опять что-то кастует. Подождали. Скорее всего, она уже сфизлила. И набегаем. Что? Не хочет больше травиться. Да ладно, ничего страшного.
Вот это надпись Warning Most Recent Safe из 325 Minutes Old. Это вот подскажите, пожалуйста, кто знает. Это значит, что столько не было сейва? Или что это значит? Кто разбирается? Что-то кастует. Оббегаем за экран, ждем. Пока ждем, как раз прохилились бинтиком. Попадаем вроде бы исправно, но почему-то без яда. Ну, ничего страшного. Так, функционал отсветил. Обновляем. Сколько мы с вами? Вот затравили, пол хп выбили и выпили только одну штампу, обратите внимание. Начинаем поливать берда. Как обычно, когда у такого моба меньше половины хп, и мы ему всекаем, а он в яде, он в нас кастует poison. Практически все мобы, кто кидает магию, так делают. Таким нехитрым вот действием. Убиваем потихонечку. Тератан Матриарха. Падает с нее карты. Пятый левел. Немунки. Дивы, по-моему, повер тире ванг. Также стопудово, наверное, с них падают. Как вот там. Заряды для браслетов. Пигменты. Скорее всего, желтые камни, по-моему. А, да. А, или нет, там она сквины слутила. В общем, по камням не подскажу вам сейчас. То есть это надо проверять. Я не так уж часто ее бью. А вот точнее, вообще не бью. Как-то попробовал два раза убить здесь. Мне ничего, кроме там 5к гп или сколько там, ни хрена не выпало, и я как бы забил на это дело. Проще и быстрее убить квину, которая вот находится здесь рядышком, и с нее больше вы поднимете, чем, ну, по крайней мере, ГП. Меньше времени затратите. Так, там уже, наверное, близко к завершению. Посмотрим, сколько. Да, уже все там. Практически матанга. Промазали. Подтягиваем. Раз, два, три, четыре. Не хочет она умирать. В эту сторону бежим, выпьем. Какую получается? Третью банку стамы. Вот она убегает от нас. Она еще в яде. Всечка. Детектим. Промазались. Что-то кастует. Давайте отбежим, чтобы она сфизлила. Так, ну вот мы с вами видим 4990 гпс падает с матриарха. Обратите внимание, что меньше, чем с амфидиан квины. Красный кристалл выпал. С нее все виды кристаллов падают. Реги, которые никогда не бывают лишними. Что ты можешь делать? Расходные реги. Две иммунки. Ну, иммунки сейчас вообще очень не в дефиците, мягко скажем. Даже по одному к никто не хочет покупать. Так, ну давайте починимся с вами вместе. На всякий случай. В принципе, пичу уже можно не чинить. Вот, берт починим. Потому что если сфизлит, это значит минус, по-моему, 11 или 12% сразу.
Ну его нафиг. Вот видите, ноги сфизли, да, они были новые. Осталось 90%. Сейчас еще раз сфизлят, если не дай бог, то квалити бы сбилось. Просто на изи. Вот. Спасибо всем за просмотр, кто это видео увидит. И до скорых встреч.